С вами Шмики, мы продолжаем пройдите игру под названием Borderlands 2. Вы действительно привлекаете в лагерь зараженных солдатом? Наш стоит мне подумать, что шахта вашего идиотизма истощена, как вдруг вы натыкаетесь на огромную жилу. Он скоро получит свое. Сосредоточься на Гелионе. Окей. Вообще-то это туннели, священная территория бандитов. Я грубо нарушил. Но те, кто могли бы выдать, уже мертвы, и так просто сломаете электрические ворота. Песчаные черви. Ага, тут будут песчаные черви еще. Найс. Сух, 21 тысяча. Не, диски херня. Буду честен. Диски херота. Ими попробую еще попасть. Лучше так. Ну тут хп мало. Так, ладно, где что? Здесь, здесь, здесь. Космический ковбой, да? Нужно выполнить последнее положение скутера. Так, железная клятва, это не тут? Убить зараженных и собрать части тел. В ангарде. В смысле, я ж это... Блять, я флаги не взял. Ладно, я возьму флаги и вернемся сюда. Так, здесь где-то флаги. Конец света, бла-бла-бла. Так, подожди, бизнес, бизнес. О, ты мне... Ладно, он мне ничего не может предложить. Так, давайте через... А, что тут, здесь лестница. Флаг. Вот, держи, подними наши знамена над своими победами. Посмотрим, где эти победы нужно вообще выполнить. Поэтому погнали, мы сразу на машину сяду. Чувак, мне мурашки, похоже, от этого мысли о том, что я говорил своим из могилы. Собственно, стоп, погоди. Сейчас выкажу пару предсказаний, если они верны. Все-таки, ого, нифига себе. Кутер, ты видел будущее? А я такой, да, черт возьми. Ну что, попробуем? Сто пудов вы еще продал журналы, которые я попросил вас получить. Угадал? Бам. И мурашки по коже. Так, ладно. 18 тысяч. Машина быстрая. Сюда. Бля. Ладно. А я-то думал, что там был за генератор. Давайте, чтобы повторно это не делать, я тогда уже... Да заебю. Тогда я поставлю флаг и пойдем на другую точку. Короче, я решил никого не убивать, просто заспидранить. Пока там враги там агрессируют, то нормально. О, это ж нужно будет дождать. Вот это место. Тебе понадобится флаг, чтобы вы знали, что теперь это наше место. Активировать первый генератор. Но он сейчас будет его защищать, нужно будет. Первый главарь банды.
еще можешь убежать! А, да, все. Так, хорошо, один сделан. Мне плевать, мне плевать, мне плевать. Я просто убегаю. Не попадете, не попадете. Там еще здоровяк этот. Готово. Так, давайте сразу, чтобы я выполнял на два фронта. Чтобы по тысячу раз в одно место не бегать. Так, сюда сейчас найдите девахи и раки. Сюда быстро прилетим, потом сюда пойдем. Ага, даже давайте тогда сюда, потом туда. Где оно? Мое предсказание Гелиуса раньше назвали «Дети Гелиуса», но звучало немного... Ребята были очень взволнованы этим, пока они не сказали, что им не было никакого реальной... Так, подожди, мне просто наверх нужно подняться. А, это второй флаг установить. По-другому туда никогда не залезть. А, даже так. Даже так. Ну, допустим. Ну, я просто с некоторым даже сражаться не хочу. Окей. Я проник. Пробегаем быстро, пока оттуда никто не вышел. О, сундук. Блин, ну урон жесткий. Ладно, продать. Можно будет. Странно, что отсюда никто не вышел. Ты знаешь, поднимай флаг. Развертываю автоматическую турель. Здорово, у нас уже появился новобранец. Возвращайся. Тебе ты тоже должен. Все? Окей. Как-то быстро. Так, какой у нас тут еще был? Ладно. Не страшно, вернемся обратно. Странно, что тут электричество, хотя тут врагов нету. Пусть здесь где-то проход должен быть еще. О, а вот это уже очень плохо. Лабораторная крыса. Ты будешь моим новым мясным велосипедом. Оставь это моему топору. Вернись,
Я позволю называть себя папочкой. Я ни о чем не жалею. Блин, я даже не знаю. Я глаз высосу. Я ненавижу шлак. Ладно, а лучше убить, пока он не превратился. А вот это опасная херня идет ко мне. Это что-то типа... Да, все-таки это охеренный автомат. Классная маска. О, плевать, давайте просто пробежим. Ой-ой-ой-ой. Так у него иммунитет, как у нее что, виноват? Вот эти враги жесткие. Ну чем они жесткие? Чисто огнем. Эффект огня. На меня очень сильно действует. Окей, сейчас попытаемся просто по-быстрому забрать, да и все, эти девахи раки не мира круглостей. Вон он в почте. Не бесит то, что меня враги замечают, даже когда я шевчу. Тихо. Мир округлости. Определенно моя любимая пособие для работы над которым мне бы когда приходилось. Это Мордекай, дорогуша, Скутер попросил найти дом для его журнальчика. Тебе интересно? О, ух ты! Это... А как я не готов приклеить такое? Так, ладно, хотя бы назад могу выйти. Мне нравится, что здесь меняется, типа, день с ночью. Так, следующее. Ну, блин, я не знаю, где я зараженных найду. Ладно, давайте я
поменяем автомобиль на бочке. Были бы у меня бронебойные патроны, я бы с ними ходил. Херали их сразу две. Понял, до свидания. Очень быстро мою машину ломают. Я что, виноват, что у них машины были непробиваемые какие-то? Иди в шопу. Нихера не услышал, все прослушал. Ну ладно, это получше немножко. Я думаю, что такое разноцветное? Нифига, ну цвета меняет. О, да, бочки вообще тема. Вообще тема. Бочки против таких врагов. Что, фиолетовая выпала? Так, а что мне дали? Подождите. Технологическое зрение. Грузовик, облик, модификация уже доступна вам. Так оно меняется так красиво. Так, теперь нужно тогда искать зомби челиков. Только вопрос, где их тут можно найти. Особенно в большом количестве. Все-таки есть тут психи. Окей.
Но мне мозги зараженных все равно искать надо. О! Ты ж ё-моё! Фух, ты ж ё-моё! Я чуть от страха не сдох. Фу-ху-ху-ху. Я знаю, что в зоне сирены нет изображена настоящая сирена, но это старая фапастика все еще неплохо заходит. Фантастика. Эйвон, есть шанс, что тебе нужно пояснить журнальчики с девочками? Ну и дела, блин, это хорошее предложение, но, нет. Бандитская жизнь? Что ж, чего добрать, зря пропадать. Принеси их мне, сохрани попар. Теперь я предсказуем тебе облегчающие перерывы в сраном домике. Вот прямо ща. Пока ты слушаешь сообщение... с облегченным прыщ. Так, с этим мы справились. Я не могу челиков найти, я не знаю, где они находятся. Ну погнали, отвезем все и вернемся сюда. Ну, в городе как раз посмотрим, может еще задания появились. Слушайте, а тут же тоже есть вот территория, которую как раз мы с вами еще не изучили. Может, давайте тут покатаемся, посмотрим, что тут. Червей пока что я никаких не вижу. Ага. Ну ладно, тогда погнали. Так, стоп. А это что за место? О, нифига себе. Ну ладно. Посмотри на всех этих новобранцев. Фантастика, теперь пришло время посвящения. Поднимите сюда и... То есть новобранцев имеет в виду меня? А я думаю, какие новобранцы? А, да, вон стоят. Хе. На удивление, что кто-то еще к ним пришел. Новобранцы, я могущественный король бандита Волан. Хорошая попытка, Джерри. Быть бандитом значит быть крутым, как гвоздь. Докажи, что у тебя есть яйца. Эти вышки. Искатель хранилища, покажи им, как это нужно делать. Ну, если он смог, то сделать, то и я смогу. Круто. Наверное, надо было что-то постильней. Ух ты! Я с гордостью приветствую тебя в моем новом клане Вангардии. А это же... В любом случае, добро пожаловать в клан. Вот твоя... Сумка сладостей. Scarab crew? I thought it was just an old bandit ghost story about a bunch of doll bros who got trapped. Отряд Скоробей, я думал просто. Так, подожди. Еще задание какое-то там выполнил. Так, с лицензией еще нет. Мое следующее предсказание о Найне. Держи пари, что ты там все с ног сбился, чтобы разобрать чистые салфеточки для
ваших грязных ручек. Экстрасенсорика. Хорошо. Все это было крайне неудобно, но теперь, когда все кончилось, послушай меня, пожалуйста. Моим последним желанием я официально предлагаю право собственное на самый сладкий бизнес на Пандоре. Моей самой... любимой сестрички. Я говорю об Элли. О, Скутер. Ну, привет, милашка. Что все это значит? Элли, Скутер хочет, чтобы ты запустила тачком... О, черт, я знала, что этот день придет. Было приятно слышать его голос из этих дурацких динамиков. Но я сделаю это. Элли, если ты меня слышишь, это значит, что я стал суперпризраком на том большом идодроме в небе. Призрачная точка вокруг солнца и все такое. Прости, сестренка, я уверен, что тебе очень грустно. Последуй, чтобы мои точки бегали как надо, хорошо? Прощай, Скут. И спасибо, что думал, нам лучше записывать несколько новых фраз для точкомата, а? Отправиться к точкомату. А тут их нету, да? Печаль. Здесь живут машины, купить для тебя тачку. Здесь живут машины, купить себе тачку. Круто, совсем не поддержали его выкладку фразам. Время я придумаю новую. Ладно, похоже, передача завершена. Почему бы тебе не попробовать? Возьми свою большую, красивую боевую машину с ветерком. Спасибо, Скотти. Посмотрим, что еще Скутер хотел от тебя. И, наконец, перед тем отправлением в долгую смерть, хочу попросить тебя воздвинуть мне памятник. А потом... ускориться и прыгнуть через эту штуковину. Ву-ху! Я тут промеж делом работал над кое-чем вместо его успокоительного. Не посмотри, что я его приготовил. Посети памятник Скутера... А, ну, в принципе, я понял, где это. Теперь я уверен, что ты потерял сознание из-за слез, и мне повел волнуйся. Я прожил свою жизнь. Именно так я как хотел, даже когда... Нет, особенно когда люди говорили мне не делать этого. Правило для дураков. Что он там гений говорит? Неудобно, типа, блин, когда быстрый текст, особенно быстрый текст, играть в шутер, и при этом еще читать. Да, знаю, это очень круто, но я думала, что не хватает последовательности штриха. Не так ли? Я не смогла выбросить между яростным пламенем провидения или ужасным электрическим другом. Выбери то, что захочешь, искатель. Поджечь памятник или электрифицировать памятник? Чувак, выглядит очень мило. Теперь прошло время... Крестить этого плохого мальчика, давай покажем. Прыгнем с трамплина и да, начнется... Сделать ультравышибный прыжок. Космический ковбой. Увидимся, космический ковбой.
Хотя, если вы помните, мы также оставили упоминание о скутере. Когда это... Ну, когда он, вот, помните, пожертвовал собой и сказал... Увековечьте что-то обо мне память. И мы, типа, решили запустить спутник с его изображением. Дал used to be king of the hill round. Holy crap, singles! Так, что мне там дали? Грузовик облик. Черт возьми, это было потрясающе. Скутер бы по насчет, если бы увидел это безбашенное зрелище. Ты поступил правильно? Спасибо, искатель. Я знаю, скутер не всем нравился, но он был хорошим человеком. Это чертовски и ценил качество на Пандоре. Скутер бы... оценил твою помощь и твоей стороне. И я тоже ценю. Спасибо, искатель. И мои последние слова. Я просто хочу сказать... спасибо. Я всегда мечтал стать искателем хранилища, а не хватало духу. Ты показал, что мне есть ради чего стараться, и что у меня есть семья. А раз все мы теперь семья... ты должен присмотреть за моими девочками Элли и Мокси, лады? Ну а я? Я тачком мотируюсь на небеса, приятель. Вот так, ребятки. Вот так все происходит. Окей, давайте тогда в следующей серии мы начнем уже около вот этой точки, где секретный проход. А на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Напоследок надо вот это запечатлеть, потому что я это буду использовать как превью.